проект «Социополис», да, это проект некоммерческой организации «Благое дело», который направлен на развитие, да, нашей работы. То есть мы начинали сначала с ремесленных мастерских для людей с инвалидностью. Вот, а благодаря этому проекту, да, то есть мы развиваемся дальше. То есть мы направили силы на развитие культуры и на развитие сопровождаемого проживания, потому что в Свердловской области именно вот таких квартир не существует сейчас. Так как мы больше всего работаем только с ребятами, да, у нас, конечно, проседает пиар разный, и мы постоянно ищем, да, таких партнеров, как ИКЦ, чтобы показывать нашу работу, рассказывать о нас. И вот я думаю, что благодаря вашей работе мы становимся более видимыми, да, мы находим новых друзей. И, ну и самое важное, что у вас центр, он готов к таким изменениям. Чувства, они выражаются не словами, они скорее, это невербальное такое общение, это можно догадаться, интерпретировать, распознать, это обязательно про действие, это про осознанное понимание того, что ты здесь и сейчас находишься наедине с самим собой, и ты общаешься с художником, которого ты видишь, он изобразил себя для тебя, чтобы ты вник и понял, там, и понял свою суть. Опыт уже есть, адаптация у вас замечательно. То есть я уже ехал, зная, что есть адаптированный текст на Брайле. И, ну, собственно, надеялся, что есть тифлокомментирование, да. Сразу при входе удобно расположенные тумбочки, где есть брайлевский текст. И то есть сразу я сориентировался, что вот, ну и уже нашел, посмотрел ролик, 13 минут достаточно хорошо, и послушал про картины, про проекты, где что находится, как находится. И в принципе очень здорово, мне понравилось. Мы очень многому учимся в таких проектах. Во-первых, это ответственность, это масштабность, это приток гостей в город из разных регионов. У нас более 30 муниципалитетов. Не только Свердловской области приняли участие в мероприятиях выставки. Также проект «Социополис» будет завершаться в августе месяце большим форумом, на котором соберутся не только специалисты в сфере культуры, это еще в первую очередь социальные службы, именно занимающиеся полным комплексом социокультурной реабилитации, абилитации граждан в нашем современном обществе, в нашем. Поэтому очень глобальная работа, задачи серьезные. И роль культуры здесь, всеобъемлющая, она как нигде очень наглядно проявляется. Через творчество любой из нас может себя выразить и рассказать о своем внутреннем мире другим людям и широкому кругу общественности. А мы только здесь помощники и проводники –